Я родился в Советском Союзе. Вот. Причем родился, вырос и большую часть жизни именно в Средней Азии. Вот. Средняя Азия – это те республики, где действительно на протяжении многих лет бок о бок жили люди разных национальностей, разной культуры, вероисповедания. И события 30-летней давности разделили, наверное, не только народности, жившие в Советском Союзе, но и, наверное, даже и многие семьи. Вот. Сейчас я гражданин Российской Федерации. Я голосовал за президента Владимира Владимировича Путина, вот, который является гарантом Конституции нашей страны. И, наверное, в этой ситуации, не зная полноту тех событий, давать оценку этим событиям, делать какие-то выводы, наверное, неправильно. Что сейчас, вот, как я вижу, да, на данном этапе, нужно заниматься своим делом. Учиться, работать, служить. Есть сейчас возможность заниматься и благотворительными делами, вот, помогать людям, оказавшимся в данной ситуации. На сегодняшний день, считаю, это будет правильным. Есть вологодский земляк наш, поэт, военный корреспондент, журналист Александр Яковлевич Яшин. У него есть хорошие слова. «Все во имя совести, все во имя чести, все от первой повести до последней песни». Давайте будем беречь друг друга, любить друг друга, и пусть все будет у нас хорошо.